С наступлением холодов в городе Управление соцзащиты и Общество Красного Креста традиционно открывают пункты кормления людей без определенного места жительства. Раньше такие обеды выдавали 3 или 4 раза в неделю, однако теперь город намерен добавить финансирование, чтобы незащищенные категории населения получали пищу ежедневно. На сегодняшний день штаб помощи людям без определенного места жительства уже создан и работает. Бездомным помогает теплая одежда и, что еще более важно, восстановлением документов. В каждом районе будет создана палатка, где бездомные смогут погреться и получить еду. С января по октябрь 2013 года центром выявлено и поставлено на учет 172 бездомных жителя нашего города. Всем их выданы удостоверения, и они зарегистрированы по рекордной 9А. 41 уже восстановлены документы. Те, кто нуждался, все были направлены на госпитализацию в медицинские учреждения. А уже на следующей сессии городского совета по поручению городского головы будет произведена корректировка бюджета, чтобы увеличить дни кормления людей без определенного места жительства с 4 до 7. Это должно напрямую повлиять на сохранность коммунального имущества, уверены в горсовете. Давайте на ноябрьской сессии делаем корректировку. Ольга Яковлевна, вы даете предложение, будем кормить этих людей 7 дней в неделю. Это неправильно, когда мы 4 дня закладываем, а еще 3 они должны там заниматься самообеспечением. Самообеспечение – это открученные люки и все остальное. То есть мы просто должны это понимать. Мы это понимаем. Самообеспечиваются эти лица за счет разукомплектации коммунального имущества. Решение о ежедневном кормлении бездомных депутаты должны принять уже в ноябре.